Если вы хотите быть в курсе событий, происходящих в Одессе и в Украине, то вы смотрите нужное видео и нужный канал. Ночь с 23 на 24 апреля в Одессе области проходит спокойно напряженно. Сигналов воздушной тревоги, канонады работы ПВО, ракетных прилетов и прилетов дронов «Камикадзе» пока зафиксировано не было. Ночью 24 апреля баллистикой бомбили город Харьков. Все прилеты пришлись на жилищные комплексы. Есть разрушения. Пострадавшие. Информация уточняется. Курс валют в Одессе на утро 24 апреля доллар покупка 39 гривен 65 копеек. Продажа 39 гривен 90 копеек, евро покупка 42 гривны 70 копеек. Продажа 43 гривны, курс криптовалют биткоин. 66 тысяч 880 долларов. Эфир 3240 долларов. Сегодня в Одессе переменная облачность, но без осадков. Температура от плюс 11 до плюс 16 градусов. Вот такие новости у нас в Одессе и в Украине. Моим дорогим соотечественникам и землякам мирного неба, всего самого наилучшего. Берегите себя, дорогие мои. И даст Бог. До новых встреч.